Господа Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского всея Руси и господина Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского Кирилла и господина нашего Преосвященнейшего Елисея, епископа Улюбинского и Новоанинского, да повинет Господь Бог на Царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков. Преосвященный митрополит архиепископ и епископ православный, весь священнический монашеский чин при церковный, настоятеля братьев, благодетель прихожан, святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков. Воедино святую соборную
Вода реки Иордан. И вот после 40-дневного подвига, после 40-дневного поста в пустыне, Господь наш Иисус Христос выходит к реке Иордан. Приходит к Иоанну Предтече, дабы тот совершил над ним крещение. Иоанн Креститель приходит в ужас. И ты ли требуешь у меня этого, чтобы я крестил тебя? Я не достоин развязать ремень обуви твоей. Тебе надо было меня крестить. Но Господь ему кротко говорит: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Вы подумайте, Господь и Бог наш Иисус Христос, Бога-человек, Спаситель мира, Бог, который создал всю Вселенную, по воле которого мы каждую секунду живем и дышим и существуем. Без Бога ни одного момента не может Вселенная существовать. Некоторые сейчас ересь такую говорят: Бог когда-то создал мир, а теперь мир сам по себе живет. Так вот, если бы Бог не поддерживал Духом Своим Святым ежесекундно существование этого мира, мира бы этого не было. То есть не только когда-то создал. И вот такой всемогущий, бесконечный Бог является и исполняет, как простой человек, всякую правду. А мы-то с вами, грешные люди, бесконечно погибающие, мы всякую ли правду Господню готовы исполнять? Всякую ли мы правду в своей жизни хотим исполнять? Не согрешаем ли мы? Не удаляемся ли мы от Бога? Живем ли мы по-христиански? И к своему стыду, и к ужасу мы можем сказать: нет, Господи, мы не исполняем всякую правду, которую нам надлежит исполнять. Thank you.
самое пречистое тело, ты самая честная кровь твоя. Молю, чтобы тебе помилование, прости всякое прегрешение воли или невольно, без слова, где ли или где ли дети. Господу мне не суждено причаститься к чистым комментариям, восстановление грехов на их жизнь вечную, аминь. Вечери твоя тайна, принеси мне Божий причастник и наш имя. Не был врагом твоим тайну, по имени Лобзани, ты дан я Каиуда. Нека разбойник исповедует тебя, помяни его Господи, во царстве твоем. Да не суть ли в осуждение, будь мне причащение, причистив твои тайны, Господи, вас. Очищается раба Божия Александра. Веки веков аминь. Как глаз вопиющего в пустыне, о, готовите путь Господень. Пришел еси Господи, зрак раби прим, крещение прося неведы греха, видишь тело сим, земля премудрость, пророчество Исаии на чтение. Так углаголит Господь, да возвещается пустыня, жаждущая, да возрадуется пустыня, и процветет яку крем, и да прозябнет, и все возвеселятся, и возрадуется пустыня Иорданова, и слава ливания моя, весельем бо изыдет, и радостью научитесь, горы бо и холмы склочат, ждущие вас в радости, и вся древеса сильная восплещет ветьми, и вместо драчия взыдет кипарис, вместо же крапивы взыдет мерсина, и будет Господь во имя и в знамение вечное и не скудеет. Премудрость, пророчество Исаии на чтение. Он мимо. Так углаголит Господь, почерпите воду с весельем от источника. Чиние моей, Спаситель мой, кого убоюся. Господь, просвеши. Аллилуйя, аллилуйя. Господень на водах, Бог славы возгреми. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость, прости, услышим святого Евангелия. Во время она, приди Иисус от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна во Иордане, и абе восходя от воды, виде разводящиеся небеса, и дух яко голубь сходящ нань, и глаз бысть с небесе, ты си сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Господи, помилуй. Послышни, мире и спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. По мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся. Господи, помилуй. О святом храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся. Господи, о великом Господе. О Богохраниме и стране нашей России, и о спасении ее, властях воинстве и народе ее, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде Троице действу.
Господу помолимся. Господи, помоги. Боеше даровать се им благодать и избавление, благословение Иорданову силу и действом. И на этим Святого Духа Господу помолимся. Боеше черплющим же и причащающимся от нее Господу помолимся. Боеше сподобитесь нам, исполнитесь освящение вот всех причащением. Невидимым явлением Святого Духа Господу помолимся. Боеже, услышите Господа. Славят прелести Валовы, сам и ныне, Владыка, освяти воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыка, освяти воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим святым. Даже всем прикасающимся ей и причащающимся и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение. Спаси, Господи, и помилуй великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского. И мир просвящай, слава Тебе, мой Иордане, крещающийся Тебе, Господи, троическое явися поклонение, родителю Бога свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубенем, и известно ваше словесе утверждение, явлейся Христе Боже, и известно ваше словесе утверждение, явлейся Христе Боже, и мир посвящай слава Тебе. Благодать во Духа верного черпающий, невидимо подавается от Христа Бога, и спаса Духа сможет. Ой, Богу, не крещающийся Тебе, праздником, праздником! Троическое весе поклонение, родители Бога свидетельствует. Праздником! Праздником, братья и сестры! Мы должны об этом помнить. Но нет у кого здоровья, окунаться в прорубь не советую. Искушать Господа тоже не нужно. Можно попить водичку, умыться, пожалуйста. Это вам также будет великим благом. Но у кого есть прыть и здоровье, пожалуйста, может окунаться в прорубь. Вода освящена. Помоги всем Господь, ангела-хранитель. Спасибо. А ты что, тут не пошла? Я на лошади. Да, надо определенно. Конечно. Оттуда заходить, отсюда выходить. Не просто так. Лишняя фраза. Она халат куда делает? Она халат. Народ, лед, тон. Желательно вообще к берегу. Это я собираюсь, это лед. Ты можешь не выйти. Давай, Наталья, ты уходи! Полотенце. Тепло? Очень тепло. Ага. Мама, иди быстро! Уходи! По шлепке одевай! Ну, не смогу я. Давай его еще раз. Давай, я.
Давай еще. Молодец. Молодец, 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 молодец. Где полотенце? Молодец. Ой, все, прям выталкивают оттуда. Я хотел еще чуть поплавать. Хорошо, до леса не кидают, в камыши. Осторожно, не повредите, молодежь. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с великим праздником, величайшим праздником со времен рождения человечества, духовного рождения человечества, с праздником крещения Господня, с праздником Бога явления. Бог явился для человека, а человек явился для Бога. Господь являет себя во время крещения в трех лицах. Когда Господь Иисус Христос стоял в воде, в виде голубя сошел Дух Святый. И был глас с небес, который говорил: «Это Сын Мой возлюбленный, Его послушайте, о Нем же благоволих». Тайна была открыта. Господь явил Себя в трех лицах Святая Троица. И Господь приходит в этот мир и крещением Своим показывает о том, что мы должны с вами также очищаться от грехов. От грехов, которые засоряют нашу душу, которые превращаются в страсти, которые порабощают нас. Будем же, дорогие братья и сестры, свободны. Будем свободны в первую очередь от греха, но не для греха. Будем свободны от греха и не творить его, чтобы наше сердце было чистое, наша душа была чистая. И когда сердце чистое, и чист сам человек, и жизнь его чиста, и благодатна пред Богом и людьми. С праздником вас, дорогие мои! Тот там это, вон, пацан. Его не поймать не может. Так, ну все, поедемте, все, все, счастливо. Все. Поклон, если не увижу. Слышишь? Я там не могу.